встать! Быстро! Джокер бежал! Сообщите начальству! Быстрее! Мы его теряем, док! Не повезло тебе! Та-дам! Дорогуша, я уже дома! Заходи! Добро пожаловать в дурдом, Бэтмен! Я устроил ловушку, и как красиво ты в нее угодил! Тогда давайте начинать веселье! Леди и душегубы, извиняюсь за то, что помешал вашему обеду развлечения! До этого момента я собирался всем подробно и смотреть мультики, но потом... Я просто даю тебе размяться, Бэт. Он только что из исправительной тюрьмы Блэкгейт. Общий срок заключения 752 года. Динь-дон! Второй раунд! Извини, Бэт, мне пора. Надо еще кое-куда зайти. Кое-кого полезно. Сбой в системе. Вы застряли здесь. Джокер полностью контролирует выходы. Я что-нибудь придумаю. Гордон, попробуй связаться со старшим надзирателем и расскажи ему все. Я еще вернусь. Давай пустых обещаний, Бэтс! Я контролирую лечебницу. Ты никуда не пойдешь, если я этого не захочу. Понятно? Если ты надеешься удрать... Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла! Опять геройский треп! Как же мне с тобой скучно! Почему бы тебе просто не взять и не найти меня? Это ловушка, ты же знаешь. Конечно. Куда бы ни пошел проклятый безумец, за ним идет смерть. Все пациенты обязаны принимать все лекарства ежедневно в предписанное время. Препараты. Нарушение режима безопасности на уровне Б-8. Эй, Бэтмен! Там! Нарушение режима безопасности на уровне Б-1. Внимание! 6. Что произошло? Произошел Джокер. Тебе повезло, что в живых остался. Наверное, он пошел сюда. Дверь заклинила. Сейчас попробую открыть. Нужна помощь в отделении для буйных. Повторяю, нужно подкрепление. Меня кто-нибудь слышит? Меня слышно. Я с Бэтменом. Прием. Где они? Там. Помощь нужна? Нет. Я работаю в одиночку. Сас на свободе. О, боже, он добрался до Майка. Фрэнклин, ты меня слышишь? Сообщаю, помощь уже в пути. Внимание. Нарушение режима безопасности на уровне Б1. Оракул, как меня слышно? Громко и четко. В чем дело? Джокер сбежал из-под стражи. Он распоряжается Архимом. Тебе что-нибудь нужно? Отец еще там? Комиссар Гордон в безопасности. На очереди Джокер. Я буду на связи. Не создавай себе лишних проблем! Слава богу, это ты. Там Зас. У него Майк привязан к стулу. Зас вконец спятил. Подожди здесь. Нельзя. Он убьет Майка, если кто-то попытается подойти. Он меня не увидит. Увижу хоть что-то похожее на летучую мышь. И охранник сдохнет.
Слышите меня? Меня навертили. Так, подумай, что ты делаешь. Зас поймал моего друга! Он его поджарит! Сделай что-нибудь, пожалуйста! Займи его чем-нибудь. Я зайду сзади. Нужно подойти поближе к Засу и нанести удар. Если идти по земле, он заметит меня. Надо держаться на высоте. Кто-нибудь хоть шаг сделает? Он труп. Старые горгульи должны выдержать мой вес, если я зацеплюсь за них. Зас лежит, но это ненадолго. Нужно подобраться поближе и вырубить его. Загоните зверя обратно в клетку! У тебя еще есть шанс сдаться. Заманчиво, Бэтмен, но я пас. Теперь заключенные хозяева Аркхема. Но технически они прислужники Джокера, доставленные сюда из Блэкгейт. Ну ты понял. Пока! Бэтмен, как слышно, прием. Оракул, я на месте. Лечебница Аркхем пропала из сети. Он контролирует систему безопасности. Наверняка это он отключил лечебницу от общей сети. Это еще не все. На всех полицейских каналах сообщают, что он заминировал весь Готэм. Сказал, что взорвет бомбы, если кто-нибудь сунется на остров Аркхем. Историю пока замалчивают, но утечка может случиться в любой момент. Это блеф. Он отвлекает внимание, чтобы люди держались подальше от острова. Откуда ты знаешь? Я знаю его. Тут заперто. Не могу открыть решетку. Ловушки. Попробуй связаться с центром. Они могут закрыть ворота. Харли считает, что мне не выбраться. Никогда умом не блистало. Эй, Бэтмен нашел выход. Он просто вырвал из стены решетку вентиляции. Бэтмен, я подключаю тебя к радиоканалу охраны. Стив, зэки из Блэкгейта! У бойлера! Кто это за ними? Господи боже, это Джокер. Он на свободе. Как он выбрался? Извини. Канал недоступен. Со связью творится что-то странное. Это нехорошо. Буду пытаться дальше. Выйти невозможно. Они в ловушке. Что это такое? Токсин Джокера. Комната заполнена ядовитым газом. Если кто-то попадет туда, он покойник. Бэтмен, ты поможешь им? Кажется, там остались еще живые. Это не просто попытка побега. Джокер все спланировал. Помогите! Помогите! Все будет в порядке. Оставайся здесь. Бэтмен здесь! Стив, потерпи еще чуть-чуть! Не могу. Я упаду!
Я иду за зверем, который это сотворил. Бэтмен, система вентиляции! Стив пытался добраться до пульта управления в том конце комнаты! Неужели он бросил меня здесь? Вот суки! Пульт управления вентиляцией. Точно наведенный батаранг должен включить ее. Тебе не уйти! Я возьму тебя! Надеюсь, так и будет! Но не сейчас! О-о-о! Какой эксперимента нужно больше. Ну, раз уж у меня такой приступ щедрости, этого отдам бесплатно, Бэтс. Сбрось меня! Давай! Закончи и поставь точку раз и навсегда! Ты ведь этого хочешь! Ты так предсказуем, Бэтс! Хотел бы с тобой поболтать, но мне еще нужно все организовать! Гости летят со всего Архима! Сам